Бессрочный, ну да, 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 да. Нет, да. Не очевидно. Это как по физике. Тоже. Да, если брать физику. Это очевидно, из этого. Да, из этого вытекает. Что? И такая на 5 страниц, что там вытекает. Ага. Ну, как третьеклассник разберется там. Если бы я у себя на работе господам, работающим в госструктурах, объяснял бы, что очевидно, что вам нужно нажать сюда, меня бы уволили. Ну да, 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 вот если на таком уровне. Очевидно, что нажав на эти 7 кнопок в такой-то последовательности, и, вы, введя вот эти вот, да, и введя, кода, да, на ассемблере, вы получите нужный вам результат. А как это сделать, решайте сами. Угу. Потому что вот мануал, вот 600 страничек, знаю, вот на люди, испанском. Которые, люди, которые пишут вот учебники по матанализу, если вы смотрите этот стрим, знаете, выгляд на место. Так, вы там подключились все? Ну, я подключился. Я тут. Авери, не молчу так. Авета. Авета. Молчу, я сказал. Но друзья называют ее Авелия. Она старается... А, слушайте, птички, птички, птички. И сейчас так. Е! Одна на фарш ушла. Давай, давай, подрезать ее, подрезать. Есть, вторая на фарш. Блин. Ну нафиг эту игру, у меня есть чем заняться. Ну хорош, сходи уже. Все, пошли крушить дальше инопланетян. А почему мы не проходим вот эти всякие цешки там? Ну, на одной мы тупо застряли. Пуфик вот прошел вчера вечером. Один, когда был. Ее проще на самом деле в одиночку проходить, когда, ну, как бы это грубо не звучало, никто не мешает, потому что надо очень синхронно действовать там. Или в одиночку. Не, просто потому что когда не синхронно. Не, не обязательно там мне, кому угодно это мешает. Я шучу, что ты так. Да знаю я тебя, как ты шутишь. Вообще, да. Ты очень Сварги... честный. Сваргейм могу как-то шутить, что он со мной никто не общается. Это правда. Так, мы уже начали играть. Вот у меня. Вы-то где? Мне что-то не дает кормить. Ты сможешь? Нет, я вот вижу, вот дали. Вот, ты есть, а где пуфик? Блять. Видимо, тоже где-то не вдалеке. Пошли, пуфик. Вот пуфик. Ой, как же я люблю эту игру, нифига не видно, где я. Да, вот если бы они, конечно, в клубе камеру чуть получше сделали, если бы не было. Так, теперь еще непонятно, как туда теперь добраться. Вот так и добраться. Так, а-а-а. Это был я. Теперь я увидел себя. Двойное направо, чтобы быстро бежать и прыжок. Во. А теперь убить надо этих 100-500 зверюк. Спокойно, все. Если я и закину, то я сделаю без твоей помощи. Да верь в меня. Я тебе помогу. Без меня ты ничто. Оп. О, молодец. У меня, видишь, аж полыхает все. Ты что ж со мной решил сделать? Изверг. Слушай, давай что ты кислотный дожди, все разваливается на карте. Тише, тише. Ладно, пойдемте туда. Давай, я вообще хотел, вправе. Я хотел верхом пойти, да, но вы что-то решили, что низом прикольнее. Просто я так помню. Уже можно идти. Оп, 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 Так, сверху ничего. Рыбаков, да, или типа просто с копьем. Нормально? Смотри, по башке прилетит сейчас. Кирпичи наверху, аккуратней. Валим, валим, валим. Аккуратней.
Да вы чё? А ну само так. Мне кажется, у нас у двоих, короче, голос передается. Кстати, да, похоже на то. Остальные очень скромные, молчат. Вместо того, чтобы поддерживать... О, ну это тоже вариант. Разговор. Спасите, помогите. Кстати, а что там? А, да. Пошло, пацан. Да блин, когда уже эта голограмма исчезнет? Офигенно. Офигительно просто. Да, с криком таким умер. Ладно. Чё, пойду убью зверушку. А, это я? Я привык, что я, короче, плеер 4, что ли? Ты... Последний прихожу. Я правда, не Какой кошмар, что там внизу происходит? А у них там все без нас. Стой, 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 наверх, наверх. Поднимем. Нет, погоди. Жизнь, жизнь наверху. Мне показалось, или тебе сейчас должно было раздавить? Нет, не показалось. Не показалось. Ты раньше где был? Почему не сказал? Я-то вообще. Потому что мне обидно. Кстати, сверху, слева вверху, вон тоже жизнь. Назад, а назад. Что значит пофигу? А пофигу, не пофигу. Пофигу? Не, вообще ни разу, я думаю. Плохо быть пофигом. Плохо быть тобой, да? Кто такой герой-то там? А, теперь вас двое таких героев. Короче, еще раз. Зверюга слева. С другом. Она закинула. Так, я последний остался, да? Да. И надо быть поаккуратнее. Да. Так и проиграть можно, не хотим. Да. По-моему, все. Ты че не лохнешь? Она ж бронированная в лоб, если стрелять. У меня же ракеты. Да, она бронированная. Ракеты. Она бронированная. Вон так туда. Назад, так, назад, назад. А то мы тут все уже умерли один раз. Нормально, что отфелись. А в тот раз мы... Там 3 человека из 4, по-моему, сдохло. Как бы так. Могу сказать. Кирпич. Ха-ха-ха-ха, жизнь такая. Ты к, нам вер... Ты к нам вернешься или нет, да? Куда ушла? А, ты ушла еще и СТС. Ну, коварная женщина. Пошли к пупу. Или к кому там, к тебе. Чуть не прилетело. У тебя, кстати, что такое? Мардор у тебя подлагивает, нет? Да, а, ну это вот. Да что творится, что творится? Стоять! С возвращением. Нам тебя не хватало. Меня? Конечно. Остальные-то никуда не уходили, блин. Хрен знает. Меня не было ровно минут 5, наверное. Ровно минут. Да, ровно примерно 5 минут. 300 секунд. Так, ну короче, блин. Сейчас нас всех закинем. Там, короче, нигер. Ну, нигера как всегда.
обычно они умирают, а тут. Денежки не было. О, один. Нигер альбинос. О, отлично. Ладно. Это что еще такое? Вот это мухи. А, идите нахер. Не, я снизу. Так, не знаю, на что я наступил. Так, все как всегда. Ты сдох, да? Не, я ее убил, но меня почему-то откинуло назад. Слышь, кто-то ракетами стреляет. Ну, чудесно. Что вы имеете против ракет, вы? Да, в общем-то, все. Плебеи. Так тебе и надо. Ну, опасно. Двойное вправо. Хотя не успеешь тут. Слышь, Пупин? Я тоже так же играю. Думаешь, что ли, очень? Мы все помним, кто ты и что ты. И где ты патрулируешь? Нет, опять! Ну за что ты это? Да, я сделал в этой игре, почему она мне... кто там со своей ногой стреляет? Кто там своей гранатами бросается, вы чё? Успокойтесь, люди, это просто игра. Нет, я ничего не могу сделать, у меня нога. Ты, короче, когда вниз... А я ее убил, потому что я Брюс Уиллис. Ей надо прижиматься. То есть не нажимаешь вниз и стреляет, она стреляет горизонтально. Да ладно. Слушай, ты... Слышь, ты академик, что ли? Может он разработчик? Может он спит с разработчиком? Ну, это я готов больше поверить. Я это так и называю. Какая разница, как ты это называешь? О, правильно. Ну, кто-то огорчился, по-моему. И как и я сейчас. Все мы тут огорчились, по-моему. Да, по разику. О, нормально. Ага. Линчика. Нет. А, не помню, кстати, говорил, ну, в смысле, писал в списке в том или нет. Еще же есть серия Сэмп, в которой можно поиграть. Ну, там так себе мультиплеер. Видел последнего момента. Второй сервис. Да любой. Ну, в какой хотите. Я, правда, в третий не играл. Он у меня есть, но я в него не играл. Мне второй больше понравился. Ну, мне, да, первый, второй больше нравится. Тебе понравилось. Опять продавил. Потому что кирпич. Опять придавил. Кто мог подумать. Прошлый 17 раз придавливал и сейчас придавило. Палец в нашу сторону, хер куда пойдет. Да, все нужно. Бомбер, ну это так похер, он тут стоит стреляет. Нормально, вот это норм. Я в тот раз ее так завалил. Ты прямо из-под... Так, ракеты. Помните про ракеты? Она сейчас сама прилетит. Ну да. Да, пусть бегает. А теперь ракеты. Да, теперь, да, вот это вот, да, вот. Как раз как это. Да, пошел ты. Что было рассчитано. У нас снова потерь бойца. Я, наверное, сейчас вообще уйду. Можно нормально катить, бери нормальный интернет, сколько тебе можно говорить? Да нету нормального интернета в этом районе, сколько раз тебе говорить. Что, ни у одного провайдера? Нет, да, только не эта зверюга. Ну вообще, если честно, нет.
Вот и все. О, да ты Бэтмен. Сейчас на мину наступит и все. Давай, 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 живи, живи. Вниз надо. Да, ты сам бы спустился, когда там вот такой летает. Это, ну, я же не буду. Бегите, бегите туда. Успел. Пуфик хотел уйти один, да? Как так вышло? Ты выпрыгнул, кнопочки нажимал. Вот как сейчас. Рванем бак там. Давай. Просто подо мной бак рванули свои же. Ну свои-то ладно, хоть не чужие. Кто как не свои? Да какая разница кто? Детские бидоны под молока избили, почему так? Врожденная ненависть, да. К бидонам. Да, бак, надо. Кидайся, кидайся ими. Ну, почти. Как нас всех убили? Что дела, да, а, подожди, я живой еще. Камера просто уехала, потому что да. Подключилась. А ты где? Эй, уровни очевидно, где еще быть? Пошли зверюшку пока прижмем. Я себя не вижу. Ты видишь? Вот теперь она стала меньше, а с камерой все та же фигня. Да, есть такой. Давайте вниз, на лифте. Там ничего уже нету. Кто там наверху? Да. Чё ты там забыл, пошли уже к нам. Бочки взрывают. Рожденные ненависть. Уже проходили. Так, а как тут быть? Понятно. Ну давайте здесь посмотрим. Да через стену просто. Да, я говорю, просто вот так вот. Оп, и вот там что-то падает. Там жизнь вон наверху. Оу. Ёпта.
Ты, кстати, можешь машинки с динамитом вызывать сейчас. Хотя, по-моему, это не самая главная проблема. Зря так, о, нормально. Да, хорошо идем. Там. О, да, моя любимица. Меня не зарезало. А Вета, как всегда, да? Ну что ж ты так? Дай 5. Не давай ему 5, блин. Не вяжется у меня с Брофорсом, короче. На что? А, понятно. Нет, это не деньги, на онлайн игру. Да не-не-не, я тут смотрю на что 30 секунд. Да. Идите нафиг! Лесом, все лесом! Мамочки! Я себя уже не вижу, где я не знаю. Из 30 секунд, главное. Я себя уже видел. Чё-то мне Джеймс Бонд давно не попадался. Я вам понизу пойду. Странно у тебя понис. Страховой понис. Так, ну вот это все. Не зверь, уга. Я еще что-то ничего не буду делать. Что это было? У меня тут дум. Помогите, помогите. Помогли. Ой, ой. А, ну вот меня-то за что? Подорвали там и выкинули вниз. А как я должен... Вот и бейся один со своим мечом. А не серьезно вообще? X нажимай. X. Я закончился. У тебя там как раз появилось бессмертие. Опять видишь, что кидали. Теперь мы все что ли ближнего боя? Я мало что-то не знаю. Все что зрители могут решить, что я расист, но это не так. Почему это не так? С каких пор ты перестал быть расистом? Не был расистом. Тебя выгнали из клана? Какого? Куклус? Расистов? Куклус клана? Куклус клана, да. Нет, 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 спасите меня! Все, не спасайте. Хищника убил чужой. Кто-то спорол? Нет. Вот негр, давай, поджигай его. Ну, негр тоже проблемы с ним, блядь, у меня проблемы. Ого! Отвага и безумие. Ну, за это типа, кстати, самое такое, заживаешь за шапку и даже все, что видишь. Ну а чё, Рипли именно так всех победил. Взяла огнемет и пошла. А чем негр хуже Рипли? Ну только то, что негр.
Мне кажется, он даже лучше Рики, раз он ягод. Ну да. Его в темноте не видно. Ты не хочешь там две хилочки поднять как-то? Да, сейчас весь уровень пройдет, мы им только мешаем. А у меня это... Нога? Нога, да, одноногая тетка. Вот нажми вниз и стреляй. В смысле, так она вниз будет... А, вниз? Ну, нажал вниз. Вот здесь стреляй. Понял? Нет, слишком сложная комбо. Сложно, сложно. Ничего не понятно. Нет! Так, я бью вправо, просто стою и бью. Стреляйте влево. Я рейд. Вот так и пройдем. Надо ломать под нами это просто. Сейчас, он и так сломается. Твоей помощи будет. Где мы? Где мы? Я хочу... Я хочу жить! Я хочу жить! Я слишком молода! Молода? А вот это вот проблема. А я на ноге, я на ноге, я вылечу, нет! Не, ну это нечестно. Не, ну вот это, кстати, да, фигня была. Надо просто на этих трех тайтлах держаться, которые бежит. Угу. А там вот эти вот мухи и самоубийцы. Да никак. Видимо, никак. Так, ну еще. Направо иди. Ты, наверное, там где-то нажал. И стоишь. Так, я иду куда-то направо. Ну стой на месте какое-то время, просто игра посчитает. О! Давай, прыгай, прыгай! Ты, короче, плохо. Да, я не знал, что это я. Я думал, это все. А ну тут и его. Камень забил. Так что я, пожалуйста, я. Тут не пропустил, что у нас тихо слишком. Вот сюда мне игры сейчас. Лерай! Это да. Кто это, блядь? Хотел пошутить на тему. А будь я негром, выжил бы. Даже будучи негром не выжил бы. То есть ты хочешь сказать, что даже если я был бы негром, негры бы шутили, что я черный? Да? Блять. Слушай, блин, нашел. Сам зашел под камень, сам о нем, о него ударился. Самый оригинальный способ умереть. Просто упал. User joined your channel. Нет! О, привет. В игру. О, я повторил подвиг. Ну ты, конечно. Теперь твоя очередь найти свой камень. Профорс. Профорс. О, как они хорошо горят-то. Ой, пукан. Что это за фактор? Ну, фактор.
ты себя приезжаешь. Где наша зверюга-то? Чего она не появляется? Синдром уже такой, да? Да. Одна кнопочка. Ну ладно. Живи, рыбаков, живи! Ну что ж ты делаешь, а? Взял на меня, уронил камень. Самый удобный тип для вот этого, конечно. Угу. Для прохождения игры. Уеду просто с этих трехтайков и все. Так, ну что, ставим наверху и стоим, пытаемся и не умереть? Стоим, да. Я направо стреляю. Опять. Когда будут появляться вот эти вот хрюшки, прыгаем и стреляем в ту же сторону. Да они сами ее будут ломать. Ну да. Я посадил, как ты говоришь. Прыгай, прыгай, прыгай! Давай, Арни, прыгай! Живи, живи! Живи, брат! Ну, будем честны, мы знали, что все так закончится. Да, посадят, а ты не воруй. Опять игра задумалась. Тащим. На дно мы тащим. Ну тащим же. О, уже начали тащить. Я успел поскочить. Наверное. Да все успели, все нормально. Для меня что самое удивительно. Я успел. Это что такое? Это какой-то кишечник. А, ну тоже неплохо ты решил так. Там камень. Да ладно, я уже опытный человек. Я-то знаю, что бывает. Так, аккуратней. Что, сломайтесь? Да. Дальше идем. Ого, их становится все больше. Ладно, я советую это вам. По-моему, что тут зависит. Минутка, минутка. Опять? Хот оф Фейхайм! Ой. Сколько же их сейчас тут будет? Сейчас начнется такой звездец. Да, подозреваю. Так, ну я, короче, тоже. Это как вообще-то вовнутрь зашел? Это вот просто руби, ума! Рублю! Руби, не останавливайся! Она отбивается, эта тварь. Вот, ну, думал, что не будет. Нормально, сейчас она до первого уровня сама съедет. Не, вот ага. Эти штуки, они как бы зарастают и тебя убивают. Ты пораньше это сказал, цену бы тебе не было. Да, ну это ладно, это достаточно легкое, да. Так, ну вот кому-то серф там стреляющая нога досталась. Ну я ж теперь знаю, что она еще и горизонтально стреляющая. Ты еще
еще на левую. Так, что ж, я не молю, и еще на левую. Так это что, последний канал был, что ли? Да вряд ли. Вы там стартовали где-то? Вы... Дайте мне только вместо этой ноги кого-нибудь нормального взять. Ну да, бери. Во. Нормально? Да. Отлично. Так, спасибо всем, я пошел. Где я, где я, где я? Да ты не тот, ты обычно видишь, вот что это, вот её надо взять, да? Вот. Красавчик. Ты как хочешь, так и спасайся. Я решил стрелять. Я решил стрелять, что? Они напали на нас? Не всегда знал, что центр зла, ад, он находится где-то там, в районе Миссисипи. Да-да-да. Пожалуйста, выпей яду, если ты действительно так считаешь. Кончился яд. Уже выпил. Это все, банк мне в подъезде нассал, сука. И в лифте. И лампочку выключил. И лампочку разбил, да. Да, пиндосы. Так, курица. Ой. Ой, за что так? Вот я тоже. Че он не прыгает, эй? Ты там не дох? Ну, вообще неожиданно, когда под тобой вот так вот земля крошится. Да, вот эти вот, короче, куски, они, да, отваливаются от одного выстрела. Поэтому, наверное, по ним лучше не стрелять. Да вообще лучше бы перестать стрелять, как мы стреляем во все подряд, но... Да. Пуфик вылетел, да? Нет. Так, спущусь-ка я вниз, там есть что? Спаси меня. Я бы лучше спас себя, ну вот. Знаешь, что я бог? Ты просто так себе это божество. Да ты не дынал на выезде, я не запутал, ну, это было несложно. Даже не вспотел. Мам, неси полотенце! Вот сейчас начнем потеть, видимо. Эта тетка, она же очень крутая, но от нее больше нет, чем против. Нифига. Уровень разносит. Хотя, нет, ну ты говоришь. А, так ты бы сказал, не, у тебя хорошая, ты че, она офигенная. Ну, помните, вот ты танчик вызови ею. Вот возьми танчик, ее вызови. Танчик это ульта. Тут надо для лучших времен беречь. Да не будет лучшего времени, тебя свои сейчас грохнут. Слушай, ты с кем играешь, да? Угу. Не стреляй! Ну зачем? Вот как тебе? А зачем ты туда? А, думаешь, нам туда? Едем нам направо. Так, стоп, внимание. А вот деду попрохни. Давай. Ой, ой. А это кто? Призраки какие-то. Ты куклокслав пришел. Да, да, да. Только они не любят, видимо, этих. Ну и живых тоже. Индейцев. Нормально. Да, ненормально. Даже рыбакопа не любят. Подсказывает, что все-таки надо вправо, да? Не да. Наверх.
слева отсюда. Все нормально. Нет, не обойду. Блин, как тормозит-то, а? Ну блин, надо, да, блин? Короче, улетай там или что? А, нет. Спасибо. Это еще не улет... А, это улетай, да. Это уже улетай, да. Спасибо, я пошел. Я пошел, мне какой-то на вас. Серьезно, я... А чё это они не поднимают? А, поднимаются. Нет. Так, давайте взорвем ее отдельно. Без нас. Так, мне кажется, эти пики, они не к добру. Так, не изменилось ничего. Не изменилось ничего. Когда я успел сдохнуть? Ты, по-моему, в яму прыгнул, нет? Может быть, может быть. Не исключено. Вот когда их становится так много, вот по-любому это нехорошо. Ты играл, по-моему, не так, и что дальше? Чё, стреляем и бежим. Мне кажется, надо вот так. Ниже, да. Ещё ниже, ещё... А, норм. Не-не-не, можно просто пройти. А, то есть на них можно падать? Видимо нет, но проходить по ним можно. Классно. Очень бы. А это что еще за какашки? Умер. Они взрываются сразу. Так, ох, тело. О, понятно. Прям как я на первом курсе. Да. Да ты же умер. А он с тобой бегает, чё ты для него пристал? Ты его спасаешь. Переиграл в ответ. Оу. Не, я даже после защиты диплома так не рыгал. Его? Или одного из студентов? Чего? Шутка не дошла. Да я не услышал. После защиты чего диплом защищает? Своего, конечно. Нафига мне чужой диплом защищать? А, бежим. Там внизу вообще реслотка есть. Ну ладно. Если ты думаешь, что я бы сделал для тебя то же самое, то ты ошибаешься. Прыгай давай вниз. Умирай. Это запросто, это же брафорс. Так, а дальше что? Нет, только не вниз. Все, я кончился. Ёпт. Давай, уходи. Видишь, а если бы ты не спас, мы проиграли. Да если б я не спас, то это я бы улетел сейчас туда. Да нифига, ты стал закрыть. Area liberated. Надеюсь. Это, кстати, по-моему, последняя локация. Как бы не так. Не, последний. Ну, в смысле, не уровень, а именно в рамках локации. То есть потом с демоном надо сразиться с сатаной. И все. Нет, пускай падает. Я не буду по ним скучать. Слышь, человек с дробовиком, аккуратнее, ну.
Ну ладно, ладно. Давай, проходи. Почему у них нельзя взять калаш и порубить всех в труху? Мины, что ли? А, я должен в мили развалить. Ага. А кстати, очень удобно, вот ешь виноградик, смотришь кино. Дай давай. Ты. Вот пусть. Ну блять. Я думал, там что-то есть. Там что-то было. Там что-то закинул. А у них там весело. Просто в одного уровень прошел, в одного карл. Ну как прошел. Я, да. Не ну прошел. Как прошел? Да, давай, улети. В одного. По мордасам. На поле не упади. Какие-то чёрные. Угу. Я думаю, все-таки на них нельзя падать. Можно, конечно, сейчас проверить, но... Нет, сейчас не было хочется. Бы обидно, если на них нельзя прыгать. Мы об этом узнаем. Опытом, да? Именно. О, нельзя. Зато узнали. Зато узнали. Да этим-то ты можешь и вручную, да, стрелять. Я бы гранатку кинул. Потому что кирпич сейчас на голову упадет, будет бобо. Я гранатку кину, тут кирпич сверху меня упадет. Так он... Не, он грохнет все. Это гранатка. По-моему, кстати, можно по-моему под себя гранат кидать, они от своих выстрелов не умирают. Во, наш метод. Очень нудное прохождение, очень веселый игрок. Mm-hmm. Ну как в сингле? Чуваков к себе на шее. Обещаю не умирать как... Нормально. Как пуфик. Хотя пуфик. Не будем забывать о пуфиках. Какая живучая тварь. Тим, я очень рад, что он бросает. Ты без... Что? Бездарно погиб. Я вообще-то вам проход спас. Да нет. Ты в него еще полгода стрелял. Ну, черный час, но это не конец. Это, по-моему, только начало веселый час. Ну нафига ты меня возродил? А где я? Не знаю. Вон ты бегаешь вот сверху. Он. Теперь мне придется биться с вами. Там, ты там покушать приготовишь? Ну да. Вот это... Ничего, это она улетела. Вдвоем, это будет сложный бой. Пошли налево. Да по лестнице, ну чё вы как эти? Я направо. Мама говорит, что я талантливый, особенный. Да ты действительно особенный. Ты на кого ржёшь? Говна кусок. Сейтан, Сейтан. Помнишь этот мультик про Винни-Пуха? Пуфика опять не хватает. Ой, мы с тобой немножко разные мультики про Винни-Пуха смотрели.
Нет, там Винни-Пух сатанист был. Ну пошли, одна ножка. А да что ж ты делаешь-то? Болеете чем-то? Почему так долго ходите? Меняли, короче, плохо. Ага. А вас включается там чувак с... Да, вот. Блин, ну какой этот револьвер назойливый. Ну, вообще он довольно убойный. Он убойный, но пока он перезаряется, тебя уже 10 раз убьют. Если тебе меня, давайте, ублюдки. И мы тебя любим. Чё ты там говорил? А я что-то не посмотрел, куда я иду. Да-да. Кем иду, куда я иду. Слышишь, ты её убьёшь, что ли? Давай мега-курицу. Какую мега-курицу? Краун? Давай, быстрее. Да уже поздно курицу-то. Курей разводить. Он так вайпнулся. Там мне мост сломался, я упал. Нет! А теперь что не так? А вот на третий раз он меня попал. Короче, да, не получилось. Печали. О, мячики, да, блядь. Пуфик, уже можно. Так, спокойно. Я спину. Да. Да прекрати ты стрелять в свои базуки здесь. Да здесь-то она очень даже полезна. С чего нет, вдруг? Все, огнеметом нормально сделай. Ну иди впереди, ладно, хрен с тобой. Просто разнуться чудо и не понятно, что происходит. Так игра для этого и создана. Ну да, никогда и не. Оп, как бы игра, вот, привет, нормально. Так, ну все, вот теперь стреляй его, чтобы все. Да что-то... давай, давай, ты с огнеметом же. Понарожали вас тут на свою голову. Так я не хочу. Так подумал? И не захотел, да? Ну, удачи. Вот так вот, да, ну ладно. Теперь вы с ним сражаетесь. Как тебя вытащить? Вот это вот зачем было? Там еще один был. Угу. Я не хочу тебя огорчать, но на тебя там прям они летят. Я чёрт, не знаю, не знаю. Ну ты, это, здоровья тебе, удачи. Там кто-то последний момент, просто лоб. Кто-то прибыл? Да. Ну чё, зато я затащил.
Зато ты лучший, да. О, спасибо. Я просто по святому пунктику иду, по этим пикам. Оп-оп-оп-оп, блин. Блин, я вас боюсь. Я даже не понял, как я на эти копья сейчас не наткнулся. Ой, вали. У меня получилось. Серов, тебе удачи, здоровья. Спасибо. Пуфик, тебе тоже давай. Пошли. Нет, только не стреляй! Вот это давай, так себе удачи. Во, правильно. Внизу, внизу, слева. Кто внизу, слева? Пики там. Сначала. Не пики, там жизнь. Ого. Это было впечатляюще, должен признать. Я... Что там, босс будет? Да. Сейтан, Сейтан. Сейтан! Так, как его убивать? Оу. Пуфик, нам нужен. Призываю Пуфика. Ну да, я только что его и призвал. Так, предлагаю. То есть мы его как-то убили? Я даже... Может, он ливнул просто? Не знаю, может. Мне кажется, он ливнул, потому что мы им ничего не делали. Да, я его даже не увидел. Да. Да. Мы из этого портала типа за ним. Вот нафига? Не неплохо знаю, жили. Я бы тоже не стал, прям скажешь. И так нормально. А кого мне там вместо? Я за рыжика. Где третий-то? Закиньте же. Уже все, нету третьего. Да у меня этот Брюс Ли был, я. Так, уйди от них, все прям с собой. Уйди! А мне нет. Ну, да. Гранаты туда. То есть она через стенку пробивает. Ок. Будем знать. Так, а что это такое? Интересно получилось, ясно. Привет. Привет, привет. Знаете, кого не хватает в этой игре, мне кажется? Кого? Рыцарь выживает. Ну, согласитесь, Скайуокер. Блин, я с вами даже не вижу, где я. Ну, потому что кто-то, блин, до сих пор на респе стоит. На каком респе я там убиваю этого толстого? Ты чё его не убил-то? Не успел. Я надеялся на тебя. Осторожнее, осторожнее. Во, вообще молодец. Серый. Вообще, здравствуйте, господа.
И тебе привет. Во что вы играете? Браток. Блин, надо канал переименовать. Меня этот вопрос уже достал. Все спрашивают, кто заходит. Обидел человек. Ну да. Что ты забыл? Второй вопрос обычно, когда пойдете играть в Wargame? Взрываем. Блин, не хочется вниз прям. Я чувствую, что-то там нездоровое. Ой, меня напиг кинуло. Здорово! Ну я же этого сатану уже второй раз убиваю, ну чё он такой? С ноги! С ноги! Ну он типа исчезает, да. Такой весь себя не убивчик. Где на? Где гранат? Стоп. Да-да-да. Да успокойся ты. С ноги его, не надо в него стрелять. Боженьки. Ой, сейчас что-то будет плохое. Это точно не добро, да. Я прям уверен, что не добро. Так, к черту подробности, где я? Что теперь? А, вот я. Сейчас будет бесконечная это горе респаунилка. Все, я того. Я последний сейчас. Эй, у меня граната. Ты просто выживи, тут особо от тебя ничего не требуется. Да, 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 ты просто живи. А там посмотрим. А вон он внизу. Какой внизу? Все, я попал. Ну, вон там. О! Я же говорил, что ты выиграешь. Да ё-моё! Так? Это что еще? Кажется, он все что-то съест. Я пошел. Аналогично. Да ну. Ну это уже из Думы явно. Чит. А, ну вот они, черепа, да. Угу. А чё они на нас не прыгают? Злый. А на меня нет. Вот теперь что-то хоть похоже. Лестница. Лестница! Да-да-да. Явно вниз. Вниз и направо. Ты знаю. Просто вызывайте Астартес. Мы явно не справляемся. Экстерминатор в полном. Тут нужны адептус Астартес. Не иначе. Ничего, ничего. Я сейчас негр, я смогу. О, все, норм. Нормально, да? Да, как кино? А, ты тоже негр? Нормально вам, да? Я теперь должен один тут что-то делать. Да. Не вижу вас. Беги! Беги оттуда. Он же сейчас на тебя упадет, рванет. Я рассчитывал, что я успею. А не, я тоже рассчитывал, что я успею, когда он не убежал. Сейчас, кстати, двое. А, нет, вот.
Зонсов 4 подъехал. Вот, кстати, я сейчас его грохнул, у меня ракета самоуправляемая. Вот, кстати, да, вот с ракетой неудобно, чтобы не закинуть там, потом. Давай, грохнуть. Готов. Стой! Вот там ракета была. Да-да-да. А где ты вообще? Я тут. Так, все, сейчас он взрывается. Происходит ад. И тут ракета. Меня отбросило на пике. А меня нет. Пофиг. Да, за Ирландии. Так, а по... Шотландия. Ладно, давай. Да, да, ты да. Что? А тебе за такой, знаешь, знаю. Что с тобой сделали? Котланд. Стой, 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 не лезь туда. Профи. Пожалуй, профи. О, очень хорошо. Зачем ты лезешь наверх? А чёрт туда не лезть? Ну, направо. Ну, ладно, не буду. Вон, видишь, один уже направо залез. Ну, он на неправильный стал залез. Резай. Нет, нет. Блин, жить-то как хочется в такие моменты. Да, есть. Вот как никогда прям. Стой. Ай. Ты специально, да? Просто хочешь, чтобы мне было плохо. Да вообще это было забавно сказать. Если бы сейчас профессионально все как мы умеем, прошли. Как мы умеем? Ты сделал в этом слове три ошибки. Как в Wargame играем. Это был сарказм. Зачем ты заруинил нам катку, сяду? Машина? Да, да, это ж это пасхалка. Штука к этому, да? Да. Так, ну теперь у нас... А вот теперь... Да, теперь проблемы. А, давай с вами копиями, да. Да, да. Вон он, сервитор из Вархаммера, блин. Фин, тут летают. Нет. Ломайте их, выдайте их в сторону. Ого, вот это да. Это было неплохо. Это вот прям совсем. Вот это да. Так, хватайте лишнюю жизнь, там надо. Вы тебе дали? Да. Неплохо, неплохо, неплохо. Идуй! Сейчас можно было ударить. Тоже вариант. Что стой, это? Стой. А, наверх не надо. А тут да, он ничего не даст. Там плохо все. Тут все. Будут ракеты. Поэтому сейчас туда не идем, это не отстрелялись. Да. Теперь ломаем эту примерно и теперь направо. Причем вот так направо. Ломаем теперь... Вот эту, например. Кстати, теперь тоже падаем, вариант можно вниз. Осторожно. Два. Ты, блин, комментатор прям матча. Уху. Получаем с самого лишника. Один. А потом все умираем дружно в одном месте, как обычно. Этого в сценарии не было. Мы импровизируем. Оп, стой. Оп, оп, нормально. Там две штука. Так. Ой, ну когда же это кончится? Я, короче, пошел. Ломай сервер, я его так стою. Ну вот и все, не очень-то и страшно. А ладно. На самом деле очень. Опять?
Сколько теперь тут уровней на этой локации? Мы уже какой, 6-й, 7-й, наверное, тут проходим. У меня тормозит. Угу. Я вообще ничего не могу сделать. А, я чат закрыл. Как чат закрыть начинает? Я случайно. Пятак! Сказать, что мне повезло, это ничего не сказать. А вот то, что ты убил меня, это, конечно, так себе. Я не хочу на нем ехать, я хочу его убить. Там собака. Вообще-то. А, она на собой загрызла. Адовая собака, да. Я бы опустился вниз, там наверняка рядом. Привет, песик, как дела? Вот это лишний был. Ну, так хотелось. А я открыл веселка? Да, просто туда пробираться долго. Еще, наверное, задницу не дерут. А вот что сейчас делать? Стой, не прыгай! Пока. Так, и что делать? Прыгай. Ладно. Теперь стреляй в них, когда надо будет. А тут можешь так пройти, да? Ой, Кузень. Пуфик, привет. Как ты дела? Нахер! Вот это да! Ненадолго тебя хватило. Ой, а я не заметил. Что не заметил? Лбом просто уткнулся в нее. Проскакивай просто наверх, все. Ты успеваешь, проскакивай. Давай, я знаю, что успеваю, но я в себя не так хорошо верю. Ты прям сейчас профессионально был. Да, покричите мне тут еще. Майна, это было неплохо. Да если бы еще все не так лаговало. Да, я не понимаю, что именно лагает, но вот лагает. Ну, наверное, потому что синхронизация какая-то требуется какая? Между игроками, она так опять себе у нас. Опять какой-то, короче, корейский сетевой голос. Не смей на меня лететь. Там чувак с напалмом, надо к нему подруг. Да блин, ты нафига развернулся? Больше, а у тебя еще есть тут, а, ну. Так, еще куда дальше? Короче, идите в лесом. Я и так могу пройти. Бомбануло. Надеюсь, там я нет не Коли. Надеюсь, там все. Нет Коли. Теперь вертолет. Взрывающийся вертолет. Классика жанра. Можно играть из команды, если будем повешены в базуке? Вот, нормально. Можно, видишь. Я говорю, ты какой сверху сразу. Только попросил.
Блин, я не знаю. Даже так можно. Вниз! Вы как оба умудрились выжить после такого? Не ходи! Аллаху Акбар! Да-да-да! Уже можно идти. Стоит сюда. О, у меня, видишь, жопка горит уже. А я здесь, но я подрыгнуть не могу. Ты на клавиатуру нажимай. Чатик открыл, как и я, не? Да, Enter нажми. Нет, я играю, мне я двигаю. Ага, нифига. Походу завис, что ли? Да. Вот теперь двигаешься. Так себе, правда, получилось. А в смысле, я что, умер? Нет. Давай вправо иди. Ты у нас внизу я относительно. Сейчас сафрон. Да. Пушка своя игра, у нас своя. Угу. Ну от этого веселее не становится. Тут потемнело все. А, это... А, Пуфик закончил игру, пока я тут его ждал. Он в своей вселенной закончил эту миссию. Может, ты нас тормозит? Может быть, может быть. Но нас больше, поэтому тормозит у тебя. Стрижок работает. Угу. Демократия? Чё-то знакомый уровень. Блять, кто стригал эту штуку? Ты, по-моему, нет? Нет. Ну и пусть. Я в тельняшке. Без рукавки в жопе. Ну, она почти тельняшка. Волкашка. О, резко, резко. Мистер БДС. Да. Я на Джонсон. Там кто-то шурмы вернул, блядь. Ай, там двое, слышите? Да, они рванут вместе, ничего. Так, что там? А вверху ничего? Печально. Пошли вниз. По низу пройдем. Любитель. Так, сейчас ты возродишься. О, нормально. Да. Это самый скоростной, короче, самый скоростной закидон в истории про форса. Чувак с револьвером и без рукавки. Да, он вообще молодец. Че, они сами-то умирают? Нифига там! Вовремя решил барабан сменить. Ах, как же туда добраться-то? Можно!
лишника. Вот отдувайся теперь со мной. Лишника, Карл. Нет, ты решил повторить свой подвиг, да? Я выжил. Да, ну по-моему, бриться тебе еще долго не придется. Назад. Поединичку. Так, стой. Так, я как-то молчу. Ты наверх бы еще... Хорошо, верю. Пузик. Добро пожаловать на борт. О, да. Адище тут творится, я должен отметить. Настоящий ад. Вот зачем было туда стрелять? А как тебе туда залезть? Хороший вопрос. По-моему, никак. По-моему, тоже. А, ну теперь точно никак. Раньше... Во, видали? А чё ты сделал? Ну, молодец. Чё? Ну ладно, пойду себя убью. Потому что, значит, ты не увидишь, куда подниматься. А, пойди себя убей. Значит, стой на месте. Да, я не могу больше стоять на месте. Я умер, всё. Всё, я победил. Айда. Жесть, конечно, 4 минуты на уровень. Угу. 3, 2, 1, go! Опять милишника дали. Я, короче, буду много жаловаться, но буду стрелять все ногу. Команда! Буду много жаловаться, но буду стрелять все ногу. Самая гениальная смерть была у меня. А еще мы все закинули, да? Кроме серов, вернее, не серов. Да-да-да, кстати, демонов надо пилить пилой. Совершенно верно. По-женски. Там взорвал, ты пришел. Да, ни один мертвец не устоит. Надо, короче, включать. Вниз, вниз. Трансляцию. Комментариями. Так, судью дреду дали. Нормально. Отлично. Погоди, погоди, погоди. Внимание, пила. Это чуть-чуть зашибло. Меня не убейте. Так, нормально все. Удивительно, что меня пилу не расколбасило при этом. Да, я сам убиваю. Что это за красную точку? Нам наверх. Пуфик, наверх. А, ну все, короче, приехал, кажется, кто-то. Он в своей вселенной. Он наехал. Так, аккуратно. Без истерик. А, сейчас опять 30 секунд будет. Воу. Уверен? По-моему, нам просто вправо надо было. Может быть. Ну, да, похоже на то. Здорово, ребята. Как дела? Стойте, стойте! Я хочу к вам! Да мать вашу, я вас ненавижу! Ну сломайте этот квадрат! Мне не надо его ломать, мне надо на него встать! Да ты без него можешь! Это вот сервитор сверху снимем или все? Да не сможем. Сервитор, не сервитор. О, нет, что теперь? Я направо. Все налево, блядь. Я своего убил, но умер при этом. Кто сказал направо и пошел налево? Потом же перепутал сено с соломой. Я, значит, налево. Куда смотрю, там и правое.
Воу. Ну, давай это, удачи тебе, пуфик. Буковку Х нажми. А что там внизу? Нажми Х. Нам нужна вторая жизнь твоя. О, я там есть. Я справа убил. А вы лохи. А слева не убил. Так что пофиг убьет. Давай, мать, я не скажу. Давай, ты же пьяный. Я просто развел. Вот это вы и испортило. А, был такой, что был. Вот, колесы плакают. В этот раз что-то не в то место он упал. Не по канону. Пойди что-нибудь пожрать найду. А как это вообще? Как, да, как это получилось? Фу, жуть какой. У этой игры огромные проблемы с сетевым кодом. Да, согласен. Вот особенно сейчас. И через минуту мы увидим, как уровень кончится на пустом месте. А теперь он вообще выше. Mission fail. Блин, ну это все кого-то наблюдать, не дано это быть. Пусть, а ты где вообще? Да вылетел, наверное. Боже. Я, ну... Короче, два, знаете, самых бесполезных героев. Да-да-да. Гранаты и стреляйте. Герои причем. Просто гранаты и стреляйте, она. Ну, а сейчас как мы оправдаем себя? Чемпионат по скоростному закидону объявляет открытым. Пуф, нам направо. Проблема все, что эта игра... Она веселая, она фановая, надо посетить ее играть, это я просто... Да, и надо или какой-то рядом расположен быть, не знаю, в чем даже проблема. Или интернет иметь быстрый. Своей знакомой из соседнего района расскажи. Но там пинг все равно большой. Она же по воздуху играет. Там не широкополосный доступ. А через что ты спутишься? Да твою ж мать! Третий раз натыкаюсь на него. Вот как ты сейчас прям. Давай, пуфик. OCP наделило тебя достаточным количеством примочек, чтобы ты разломал. Это как вообще? Не болей. Молодец. Ну вы там это, давайте, держитесь. Дачи вам, да. Я уже закинул. Да не только ты. Вы там, по-моему, одновременно умерли. Чувствуешь, как уже начинает подгорать потихонечку? Совсем не горит, на самом деле. Но уже должно он десятый раз. От сетевого поля горит, а от того, что ты только что упал просто в дырку. Пошло как-то звучит. И выглядело, я тебе скажу так, что... Игра начинает, и там, блин, нихера не получается. Так, давайте медленно идти. Медленно уничтожаем противника. Не стреляй вот как сейчас, влево-вправо. Так, кажется, мы потеряли кого-то. Тебя? Что значит тебя, слышь? Я думал, что мы тебя потеряли. Я скилловый пацан. Да, но почему ты умираешь ты? Я направо.
Причем сейчас в этот раз действительно право. А, кстати, да, хорошая мысль. Нет! Так, справа разломали. Нет, это лево. Так. О, молодцы. Да когда же это кончится? Все, а? Да нафига освобождать-то, прыгайте уже туда. Я так остался летать там. Вот дальше я уже не проходил. Я здесь застрял. То есть тут будут проблемы? Балс, что ли? До этого проблем не было, а сейчас начнутся. А раньше их не было, да. Так, ладно, я пошел чай пить. Давайте, кстати, правда, паузу сделаем. Я сейчас в записи сделаю паузу. После этого уровня. Ты понимаешь, что сейчас, после слов, сейчас начнутся проблемы, будем еще мы минут 40 закинем, играть. Пару раз закинем, мы пойдем. Только первый раз, что ли? Ну зачем ты это сделал? Что значит, зачем, слышь? Ты не хочешь меня освобождать? Я думал, что это типа просто в бездну залил. Вообще-то они не хочет. Не, хорошо, он же бронированный. Ну, он бронированный, только он ездит. Оп. Оп. Сайтан! Так, ну я уже все отошел. А, вот это, видимо, последний уровень. То есть одному просто тупо надо выживать. А, я да. Так понимаю. Да, один, да, двое есть. Сражаются, ну сколько там сражаются, один там выживает. Готовы все? Ты вперед не лети. Там вон пуфик там, по-моему, остался. Не успевает подобраться, пока ты там бегаешь. Вот я себя не вижу сейчас. О! Это что вообще такое, мать его? О, танчик. Залазь в него. Да зараза, берись. Да, только не попадает. Теперь не попадает. А там можно было оружие. Нам бы пониже, что ли. Сваливайте оттуда. Танчик вообще живее всех живых. О, да. О, в какой-то веке проявила себя. Танк залазь. Стреляй в него. Пока ты этот круг не уберешь, он будет живой. И будет накидывать все это говно. О. Да ладно. Да ладно. Он провалился в ад. Так он там живет, что значит провалился в ад. Видимо, жена не надо. Что происходит? Сейчас начнется самое веселое, наверное. Мне кажется, надо выходить с танка. А мне кажется, CG. Танк же неубиваемый, я так понимаю. Просто посмотрим, что будет. Ну, если ты сейчас вниз упадешь, то все плохо. Да, то фиговая идея. А что мне делать-то? Не знаю. Попробуй направо пойти. Ладно. Так, ладно, да. А дальше-то чё? Уровень сломан. В прямом смысле сломан. Ага. Сломали.
Так, стой там, где стоишь, я попробую допрыгать до правого, может что-то даст. Я попробую, у меня вот кайф. Ну не, я-то умру, если что, а ты нет. Если я умру, то фиг бы с ним. Не, все, направо не получается. Теперь. Не знаю, теперь ты со своими прыгалками лети. Может, надо совсем направо уйти? Не обязательно наверх. Так, совсем попробуем. Туда? Ну, сначала на этот островок. А, не-не-не, тогда направо и право. Да-да-да, видишь? А если бы у нас был метод тип, то бы сейчас закинули. Только не умри. Да, опаньки. То есть это нифига не конец был. Ой, слушай, дай быстрее. Мы же не проиграли, правда? В смысле, ой-ой-ой. Ну ничего, сейчас победим. Я не хочу убивать сатаной милишником. Кто там опять застрял? Да ты один побежал вперед, как всегда. Нет, нас там двое. Ты да, все медленные, ты быстрый, да? Нас двое, ты. А ты один там стоишь. Я там вообще не стою, меня убили. По нему херачься. Ресы. Слушай, тупо я. Ультуй. С ноги. Хорош. А это как? А теперь беги, не останавливайся. Спасай жизнь. Это не конец. Спасай друга. Друга спасай слева. Валите его, он все еще живой. Ну, приехали. То есть в тот раз он просто сдох и все, а сейчас он будет до последнего живой, пока мы под ним весь пол не пробьем. Может быть. Вы в какой-то веке мы все втроем даже пришли, да, туда? Да. Вот бой уже ушли. Херачим старикана. Так, камень. Ага. Продолжаем херачить старикана. Я готов. Мне норм. Ждем, пока появится. Живи. Ну, неудачно. Не повезло. Не, да, не фартануло. Да. Стой. Вот, все. Прям. Ракеты самонаводящиеся. Спасай нас, спасай. А меня надо спасать, что есть было. Эта ракета здесь не поможет, это слишком долго управлять.
Там, слышишь, слева. Так, бегаем от него. Прибежали. Ну, блин, как... когда он, короче, вот так вот стрелять начинает, он начинает вообще... Да, как оказывается, нам повезло в первый раз-то, а? Если б мы знали. О, ребят, так, танк. Танк. Любой танк. Сейчас практически любой. Да блин. Не, в танке он, походу, неубиваемый, пока сидишь в танке. Я так понял. Уже сколько раз такое было? Не вылазь. Пофигу на все, не вылазь. Ему надо, сам придет. Танк реально имба. Резай. Да не могу. Ну вот давай, давай. Сволочь. Так, а что дальше-то делать? Это, конечно, все здорово, но мы ж его не убьем так. Давай я один прыгну, а ты стой тут. А я передумал. Пошел прыгать. Где эта тварь? Отлично, мы прыгнули просто. Ага. Ох, нифига, что негр творит. Так, а теперь, как и положено, надо дуть вправо. Только мы не допрыгнем. Тут вот такая загвоздка. О, офигеть. Тут на время надо просто валить. Быстро валим направо. Я что, больше не думаю? Да, просто на время надо. Валим и все. Бегите, глупцы. Да тыкал. Тыкал. Знаю, но я-то тыкал. Не туда ты тыкал. Да ты вообще не добежал. Я так надамажил типа, что вообще, негр затащил. Да, затащил сразу нигер. Ну и что? Как будто это плохо. Как они, как он убил его? Пуфика спасай. Ты играешь. Сейчас я приду и все исправлю. Валим. Получи, тварюга. Ой. О, молодец. Клевый. Вали, вали оттуда. Давай, ты негр. Сейчас должно все получиться. Ракета на него. Черт. А выжил все равно негр. О, молодец.
Ну я пытался. Я даже говорить ничего не стал, просто молча жал. Да, ну Бонд, конечно, бесполезный тут тоже со своей писелкой. В смысле, я в сатану стрелял? Не, он правильно стрелял. Это рассинхрон опять. У меня нет. Уже началось неплохо все. Так победим, пацаны. Сайтан! Во-во-во, намечается даже победа какая-то. Так, разбегаемся. Так, Дред кончился. Робокоп кончился. Остался. Блин, я только приземлился, эта херня. Да-да-да, видно, согласен. Вели его. Да блин, когда вы там с неба-то упадете? Все, я пошел к нему. Так, а он не пришел. Так, готовимся к направо. Готовимся к направо. Короче, как только выпадает мистер Ти, игра становится изи вообще. Ой, вот сейчас бы сохраниться. Так, через двойной. Все, ты один бежишь, нигер, давай. Кто затащил? Че, негр затащил? Негр затащил. Кто затащил? Кто затащил? Да вы охренели там. Окей. Нормально, ну что, вы стоите? Да кто стоит? Я бегу. Стену ломай. Я прибежал. Зачем ты по лестнице пошел? Просто сломал бы стену. Ты столько времени потерял. Во. Во, у нас, короче, универсальное стенобитное орудие тут. А, ну меня сдавило. Так, а я слишком быстро бежал, окей. Так, лягушатник бежит вперед. Лягушатник помогает. Ладно. Ты псих, чертов. А вот этот герой, которым я играл, он, по-моему, бегает медленно. Что-то отставал от нас. Ну, думаешь, он отстал и... Герой медленный. По-моему, мы прибежали уже. Прыгай. Давай, ты как почти негр, ты азиат. О, резко. О, бежим. Норм. Я не знаю, за кого играю, но бежим. Ты не играешь, ты... А, я уже умер, но все равно я на кнопки жму. Господи, как можно. А в кино они, знаешь,
Пожалуйста, успевают. Я очень старался. Но не помогло. Не, слушайте, ну ультимативный просто. В башке года это приходит мне на них. Да я пойду сразу умру. Не буду тебе мешать играть. Так. Давай, давай, сука. Нормально. Нет? Не нормально. Ну, видимо, не остается. То есть это не последний был уровень. Вы издеваетесь? А мы его прошли, этот уровень? Прошли. Ну, видимо, да. Как я всех ненавижу. А что, дальше нас бежать? Даже пуфига, который или потом пришел. Это нормально, да. А, ну ладно, тут хотя бы. Сюжетный. Сюжетный в Брафорсе? Серьезно? Так, стоять. А, прыгать еще не надо? Там пуфиг, по-моему, летел. Ой-ой-ой. А знаешь, я ему сейчас даже завидую. А можно я там отсюда? Я маму звала. Сейтан Трупор! Музыка нездоровая. Я не вижу. Куда? Куда? Это уже какая-то звезда смерти. Куда стрелять-то? А, вот. А вообще надо ли стрелять? Может, тут выжить достаточно? Ой, как все плохо. Он сам себя дамажит, кстати. Да, по-моему, нет. Я вот стрелял. Да, дамажит, дамажит. Если рядом с ним стоять, он запускает какой-то лазерный луч, то он дамажит себя. О, у нас есть мистер Пи. Мы можем вполне себе неплохо его накоцать. Слышишь, мистер Ти просто встает и дамажит, а мы бегаем, отвлекаем, веселимся. Окей. Кто мистер Ти? Сделал. Ну, проиграли. Вот, вот просто. Вот не только вперед, приходи, оно падает и попадает. Как просто дамажит? А что-то вы как-то рано. В смысле, вон там рыба. Так он по мне стреляет, приходится отвлекаться, вот видишь? Он стреляет, да. Знаешь, что сам не. Вот и все. Спасай, братюня. Давай. Девки попки наблюдать, да? Ну, он сейчас на тебя упадет и прижмет. Или зараз... А, подожди, это не, не конец? Да ничего, мучу. Вы вообще это видели? А, вон оно что, Михалыч. Только выживите. И меня, кстати, спасите. А потом прямо в ум ему. Да не его, есть, направо. А я считаю, что в него надо. Не-не, направо, направо. Там что-то должно быть. Да вряд ли. Вон, видишь, и ну, никуда ладно. Ты не продвигаешься. Ну тогда его давай. Надо башку пробить. Чё делать-то? Дамаж! Там в голову дамаж заходит. Блин. Опустилась голова достаточно низко, и ты начал стрелять по ней. Знаешь? Ох, как сейчас повезло. Да, 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 да. И же, и главное выживи. Стоп, я здесь видеть можно.
все правильно делаешь. Херач. Можно. Ну, по-моему, это... Можно, надо цепляться. Уходи! Да. Блин, мне цепляться негде просто. Да нормально. Он уже все разбил, я хер. Нормально. Попа дали. То есть надо попробовать сейчас просто залезть сразу наверх. Ну правда, мы уже успели. Кто-то уже успел сдохнуть. Наверх вертолет упал. Это, наверное, не добавляет нам шансов к победе, да? Ну и не сильно их убавляет. Ну чё ты стоишь там, блин? Приглашение ждёшь, что ли? Делом ты один справишься. Там тушку справа спроси. Ох, как же все тормозит. Я вот понимаю, что у меня старая видюха, но чтобы настолько старая. Как там? У меня поновее видюха не помогает. Тогда привет индусам. Да? Русский сетевой код. Брюс, и что еще могло быть лучше? Блять. Теперь Бонан ты счастливчик. Бланк, на котором упал вертолет. Брюс Ли сейчас по-любому заборет всех. Не, на самом деле, если вот он станет, пошли, 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 танчик бери. Я танчик бессмертный. Я умер. Тупая тварь. О, по такому... Вон он как еще умеет. Так, ну это серьезное открытие было, на самом деле. Угу. Не, я уже его так долбил. Только я не понял в тот раз, как он меня убил. Теперь понял, как он меня убил. Лучом проходит по контуру. Ждем, пока вертолет упадет. А я смог по-другому. Дождался, да? Молодец. Оказывается, надо еще прыгать. Я молодец, да. Я сделал. Игра зависла. Игра зависла. Не, мы там воюем. Только не видим, как это происходит. У меня игра висит. Я ничего не вижу. Ну, у меня тоже. Я и вас не вижу. Я вижу стену. Все. Я слышу звуки, но не вижу игроков. Так, ну выходим обратно в меню, а потом заново. Ну как через меню? Да, в меню. Ну можно. Может, за чаем? Да, давайте перекур. Да.